Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Передает ТАСС ссылкой на пресс-службу правительства России. Решение принято в связи с повышением с 1 января ставки НДС с 18% до 20%. Согласно документу, с начала года индексация составит 1,7%, а с 1 июля еще 2,4%. Фактически это означает суммирование индексов, заявил Кабмин. Раньше индексация тарифов проводилась однократно, только с 1 июля в среднем на уровне 4%. Отмечается, что принятое решение направлено на то, чтобы индексация платы не превышала обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС.